Приветствую подписчиков и гостей канала «Лето на даче». Эту боливийскую бегонию я вырастила из семян. Из 5 семян зашло одно. Это от компании «Биотехника». И после цветения осенью я обрезала все стебли и заложила ее на хранение в подвал, изредка опрыскивая грунт. Ну, пришло время достать ее, так как уже весна. По идее, за зиму она должна была нарастить клубень. Ну, и я уже мечтала, какой величины будет клубень. Понимала, что будет маленький, но не настолько же. И вот сегодня я ее раскопала. И сначала даже не поняла, то ли это клубенек, то ли это какой-то пенек сухой абсолютно. Хотела даже выбросить, но потом присмотрелась, а там маленькие корешки беленькие. Видите, то есть он получается живой. И вот не знала, выбросить, не выбросить, но так как корешки маленькие нашла, а все живое выбросить жалко, решила просто ткнуть в землю, не особо строя большие надежды, поставлю под свет и посмотрим, что будет в ближайшие недели. И неужели за первую зиму клубень только такую маленькую массу наращивает? Или, может быть, я сделала что-то неправильно?